Мой сын Рома, его надо срочно отвезти в аэропорт. Он успел кому-то позвонить. Мальчишка нужен живым. Люди, которые убили моего отца, они охотятся за мной. Возможно. Где они? Уехали. Сейчас! Сворачивай же! Ставь его там, где стоишь, и просто уйди. Детей я трогать не дам! Встретил своего выродка и расслабился? Какая разница, чей ты сын? Ни в чем не виноват. Поэтому я буду тебя защищать.